Ми, а вот здесь ми. Ми припирает. А, 27. Ну да, здесь это. МиГ-27. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Третьего поколения. 75-й год выпуска. Скорость 540-780 км в час. Тут что-то было. Да, механизма. Друг Вадим! Гидравлика пипец. Все техника военная. Что, тут три самолета разве, да? Пандора. Так, что у нас тут написано? Что у нас спонать руками не трогать. А это что за самолет? Что-то я вывески здесь не вижу. Такая дура, а кабина маленькая, да? Башни своей, короче, там. А? Слушай, а здесь можно залезть в кабину. А, нет, тут гидравлика. Я задницу пилота даже вижу. Заборники. А тут колесико прячется. Вот такие бандоры разобьются в землю. И на вниз не соберешь. Колесо по моей грудь. Да, такая штука, бля. Так, Марку и не увидел. Тоже какой-то. Марка или нет, да? Какой, какой? Крышка. Открываться не хрена. Старье какое-то, да? Какого года он выпуск-то?
Наверное, заходить сюда нельзя, я думаю, да?